Привет, сегодня я решил создать видео по теме, которую я до сих пор не закончил на канале, а именно айсберг по фанкейду. Там осталось еще много интересных случаев, фактов и историй. Ну что же, не буду тянуть. Давайте начнем. Канал «Разговор» — это старая версия канала обсуждения, которая была скрыта из-за обильного количества рекламы. Старая версия камеры «Перспектива». Данная камера разрабатывалась довольно давно и показывалась самим Мартином, была остаточно доработана. В 2865 году версии 1.8 старая версия игры Dash, фанкейд, которая раньше не имела игрока в виде кубика, а имела игрока в виде кота. Ноги от бота — это иллюстрации от бота с человекими ногами, которые у многих вызывали чувство тревоги, согласитесь, крипово, на Nagin's Games. Первый человек в фанкейд, который начал плагиатить игры и позже их продавать. Анимированные эмодзи, созданные художником по имени Токсель. После недели были удалены из-за того, что их невозможно было использовать. Фантрис — очень популярная игра на платформе, созданная одним из создателей фанкейд Матхиасом Эдгардом, была удалена из-за нарушения авторских прав. Папка личности. По ней было много крипипаст. Но на самом деле это была папка с заранее сделанными персонажами для игрока. Была удалена после добавления редактора «Наш Нефуз». Очень опытный игрок фанкейд. Но был забанен из-за того, что был младше нужного возраста. Был разбанен в 2023. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.